Средним жарким полком твой крестный разбывалок собрались поговорить. И поднялся старший крестный, и с футлярную скрипку положил сучок на струны и сказал примерно так. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает? Что за жизнь, Ин? Сколько можно сидеть без работы, ни свадьбы тебе, ни похорон, не то, что раньше. Молчали остальные, только травы шелестели на ветру, пока не тишину последний звук. И взмахнул своим кларнетом клезмер юный и кудрявый, над околицей листечком прозвучал его ответ. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает. Эй, Змир, дядь и Маша, вас послушать, так можно подумать, что люди вообще перестали жениться и умирать. И опять вокруг все стихло под палящим летним солнцем, лишь кузнечик на тропинке незаметно стихотнул. И поставил третий крестный контрабас, как будто на мачту, не по грифу пробежавшись, подытожил разговор. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает. Давайте не будем дрожать, пока зима не пришла. Говорил Рабетин, все, что Господь не делает, все к лучшему. Там жить, там музыка звучит, и сам не знаю никого.
музыка звучит, и сам не знает никого.